Всем привет, привет! Сейчас иду за посылочкой на новую почту. Хотела ехать на велосипеде, но случился у меня облом. Я вчера успешно проколола оба колеса, они на ободе, не накачиваются. Короче, мне психи, иду пешком. А еще у меня сегодня такое приключение случилось. У меня старший кот бил младшего посреди дороги. Я ж выбегла спасать младшего. Старший сдымил в итоге. Ну а младший из переляку типа напал на меня. И вот такую вот мне красоту сделал. Рука болит адски. Ничего делать не могу. Это, короче, просто пипец. И да, иду я за посылочкой от makeup.com сайта. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной, будем смотреть, что же мне пришло. Итак, давайте же смотреть, что мне пришло. Коробку я уже еще открывала на почте, так как надо проверять. Потому что даже мне сам менеджер с этого сайта сказала, что иногда не долаживает, поэтому лучше проверить. Вот такие у них пакетик makeup.ua. Обновили пакеты. Старые, конечно, мне больше нравились, эти простовато выглядят. Итак, давайте посмотрим, что же пришло. Все, ну, как обычно, все запаковано вот такую вот бумажечку. Мне это понравилось. Итак, заказала я вот такой вот, Гималаи Гербал бальзамчик. Здесь 10 грамм. По запаху действительно, как пишут, пахнет детской жвачкой. Знаете, запах из детства, вот этой розовенькой жвачкой. Классный, буду пользоваться. Посмотрим по свойствам, там уже вам, конечно, расскажу, классный он или не классный, но по запаху классный. Запах из детства, реально. Следующий мне пришел вот такой вот от Эвелайн Косметикс. Корректор для бровей в черном оттенке. Пахнет, знаете, чем? Я уже его тоже понюхала. Пахнет молочком от Oriflame. У меня было когда-то молочко, и вот запах этого молочка, это просто вообще какой-то шик. Ой, полетали немножко. Вот такая обыкновенная кисточка, ничего примечательного, нормальная. Тоже буду пробовать, потому что про него очень двоякие были отзывы. Кому-то нравился, кому-то нет, кто-то говорит вообще беспонтовый, кто-то там его боготворит. Ну, короче, буду пробовать тоже, уже потом расскажу. Да, нет, да, нет, нет. Так, следующий продукт это от Биолита Люкс Колор, бальзам оттеночный для волос в оттенке каштан номер 11. Это заказала себе его моя мама. Классная краска, ей очень нравится, она только ей пользуется. Так, потому что здесь нету ни аммиака, ни всякой перекиси водорода, всякой, короче, гадости. Волосы не палят и очень стойкий цвет. Даже я скажу, то, что я вижу на маме, это действительно... Эта краска того стоит, супер. Так как я не крашусь оттеночными, то на себе пробовать ее не буду. А вот по маминому опыту скажу, что, конечно, эффект впечатляет. И, кстати, тюбика моей маме на 2 года хватило. У нее волос чуть ниже плечей, и тюбика хватило на 2 года. Потому что краска очень стойкая. Так, следующим был сахарный скраб для тела от Fresh Juicy Orange and Mango. Короче, апельсин и манго. С маслом амаранта какой-то. Так, скраб совсем, кстати, я уже понюхала, открыла. Пахнет совсем не так, как пахнет сам этот... Масло, я заказала это набор, масло и вот, сахарный, очень крупные, кстати, частички, боюсь, чтобы не сильно травмировали кожу.
Тогда он совсем не так пахнет, как масло для тела, манго и апельсин. Вот это пахнет персиковым йогуртом. Я вам говорю, реально пахнет персиковым йогуртом, консистенция та же. Конечно, попробую, понравится, нет, не знаю, но то, что я брала как набор, а оно совсем, ну, разные запахи, совсем по-разному пахнет. Ну, короче, буду пробовать в дальнейших каких-то видео, там, пустые баночки, фавориты, не знаешь, я вам расскажу, понравились мне эти продукты или не понравились. Так что, если вам было интересно, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока. И да, кстати, так как у меня был день рождения недавно, мне сайт makeup.ua, так как я состою в их клубе, предложили подарок на день рождения. Выбрать, короче, любой товар на 50 гривен. Я выбрала вот эти вот два средства. Вот этот сахарный скраб и бальзам с распродажки для губ. Вот такой получается. Это был, ну, короче, получается, это у меня был подарок от мейкапа. Очень удивила, кстати, знаете, что? То, что я сделала заказ вчера в обед, и вот сегодня в обед я его уже получила. Буквально сутки, и заказ уже был у меня. В прошлый раз я даже немножко дольше ждала прошлый заказ. Этот совсем быстро пришел. Так что мейкап радует.